Всем большой-большой привет. Посмотрите, природа просыпается. Вернее, она уже проснулась. Смотрите, какая красивая бабочка. Я давно не снимала никаких видео и решила, что пора заново начать вести блоги. Ну что ж, я вам немножко покажу, что у нас после зимы интересного. Что изменилось во дворе, что не изменилось. У нас, кстати, сегодня так жарко. На дворе у нас всего лишь 9 апреля. А на улице плюс 25. Представляете? Все коты остались на месте. Боня. И где-то вот тут вот Митя. Да, Митюш? Да, вот Митя любит у нас очень разговаривать в последнее время. Митя. Мы, кстати, уже практически убрали все во дворе. Смородина скоро распустится. Вот он мой сладкий Митюшка. Вот он у меня сладкий Митя. Тюльпаны, гляньте, какие уже большие тюльпаны. Митя, не надо в эту клумбу ходить. Я тебя умоляю. Не надо. Кстати, гляньте, распустилась так рано. Митя, ты кого там нашел? Кого ты там хочешь съесть? Не надо в нее писить. Я тебя умоляю. Гляньте, такие красивые-красивые цветочки, правда? Мить, кто там, Боня? Вот так. Она, кстати, перезимовала прям очень здорово и прекрасно. Пионы уже вылазят. Ух ты, мята! Мята тоже начала вылазить. Это виноград. Гляньте, какая картина. Прям такая картина маслом. Два красавца. Боня? Бонь. Вот так. Все решили лечь. Бонь. Боня. Знаете, они похожи на инь-янь. Вот что-то в этом роде. Так здорово за ними наблюдать. Им жарко. Лето настало. Ну, конечно, 25 градусов. А в ближайшие 3 дня у нас вообще обещает до плюс 28. Ну что ж, клубника, в принципе, пережила. Но она ужасна. Не судите строго, но клубника какая есть. Честно. Чеснок. А вот чеснок перезимовал отлично. И уже даже взошел. Прям. Здесь нужно все перекапывать, разграблять. Хотела вам показать соседского кота нового, беленького. Но он, по-моему, вон спит на окне у них беленький. Вот там, да, на улице нету. Итак, что у нас по планам после зимы? Разграбить огород. Сегодня. Помыть беседку. Да, Бонь. Домой ее летом не загонишь. Приходит домой только переночевать. Чисто в 23 часа переночевать и все. И в 6 утра она уже идет гулять. Сама по себе ей ни еда не нужна, ничего. И целый день вот во дворе где-то гуляет, ходит так, лежит. Не загонишь ее. Не нравится ей дом. Ну, хотя зимой она была довольно-таки домашняя девочка, и на улицу ее наоборот не выпрешь. Сейчас покажу, что у нас, в принципе, растет после зимы. Это лук на зелень. Гляньте, это вот щавель или щавель, как правильно будет, исправьте меня. А это лук, порей, что ли, по-моему, был. По-моему, порей, если я не ошибаюсь. Это тоже лук на зелень. С петрушкой вообще интересная ситуация произошла. У меня такое чувство, что ее в центре
кто-то выкопал. Причем какая-то собака. Представляете? Сельдерей тоже пережил зиму. Хотя он однолетний. Но он прекрасно перезимовал и уже пускает новые листочки. Хотя точно помню, что написано было однолетний. Это тоже лук. Ну что ж, а на сегодня фронт работ намечен. Разобрать беседку. Вымыть ее. И привести в порядок. Ну и вынести сюда цветочки надо с дома. Герань. Мурзик пережил зиму прекрасно. Мурзик, ты куда пошел-то? А, вот тут полежать. Мурзик. Не тыкай, я сявтика у меня. Мурзик не знает, где был зимой. Но ходил регулярно кушать. Мурзик. Это сейчас он похудел, а был такой прям полненький, хорошенький. Посмотрите на эти заросли перца. Посадили, как нужно, 20 февраля. Но что-то в этом году рассада намекнула на то, что сезон летний начнется раньше. Она даже уже местами хочет набирать цвет. Петунья у тебя шикарная. Петунье пора переехать в большой ящик. Сейчас переедет матушка. Боже мой, матушка. Не знаю, что с ней делать. Но все выглядит очень обично. Господи. Ну что, неплохо. Мама, на нее смотреть страшно. Ну вот, к концу подходят теплые денечки. Я буду завершать свой блог на этой ноте. Огород мы решили, что перекопаем в выходные дни, потому что мы вот там начали разграбливать, и это оказалось совсем-совсем сложно. После зимы, так как было снега очень много, земля как асфальт. Сейчас сниму вам закат. И на этом ждите новые видео. Вон там такой у нас красивый-красивый закат.